Итак, видео о том, как добавить дополнительные карманы к коляске Макларен. Вот такая вот коляска. Вот такая вот она. У нее есть уже два кармана вот здесь. Ну, если у вас есть ласты Maris Aqualoon Anti Quattro Plus, то и вы где-то на море, можно вот так вот сделать дополнительные карманы. На рукоятку одеваем ласту, раз карман, и два кармана. Ну, туда можно теперь что-нибудь ложить. Достаточно объемные карманы, если у вас нога 45 размера. Ну, вот сюда мы что-нибудь ложим, пока ездим вместе с ластами. Да, папа. Вот так вот это дело смотрится. Заодно и ласты ведешь, и можно в ласту что-нибудь положить.